Ребятушки, всем привет! Это Абхазия, новый Афон, 10 декабря, плюс 16, у нас сегодня очень солнечно, от вчерашнего дождя не осталось и следа вообще. Мы пошли погулять, дойдем до центра, от нашего дома до центра мы вот таким вот прям неспешным ходом минут 10 идем. Останавливаясь, разглядывая, да, даже меньше. Вот. Ну, чем закончится наша прогулка, история умалчивает, куда нас занесет. Но мы вообще мы идем в центр, хотим посмотреть, как, что там предновогоднее, что-то есть уже или нет. В общем, смотрите видео, думаю, будет интересно. Подходим уже к центру нового Афона. Ну, здесь никакой движухи новогодней не видно, по крайней мере. Ребят, ну я не знаю, оно здесь вообще вот надо, новогодние украшения какие-то улиц. Здесь и так все украшено. Украшено, цветы цветут, пальмы растут, море, солнце, вообще, что еще надо? Вот, ну мандарины что ли на пальмы навешать? Где-то вот в одном месте, наверное, где-то в центре что-то делают, и каждый у себя во дворе, а так вот улицы. Улицы в Сочи украшают, вот там, ну там круглый год, как я понимаю, это все висит. Иллюминация очень красивая в Сочи. Все мои три желания. Это ты на Новый год уже формируешь список? Кнопка желаний с бесконечными желаниями. Какой хитренький, а? Мега. Крутой компьютер. Компьютер тебе зачем? Ребятки, ну сейчас мы, конечно, навряд ли что-то увидим. Но каких-то инсталляций, вот такого ничего нету. Но эти фонари на пальмах-то есть уже. Освещение. Гирлянды сказать. Последнее. Три. Заходим в Приморский парк, угу. Где пруды с лебедями. На площадку. Площадка не там. Не там площадка. Куда идем, Федя? Давай вот так прямо пройдем. Чего-то нового в Приморском парке я не вижу. Те же пальмы, те же фигурки стоят. Те же семена на пальмах. Те же кусты, те же лужи, те же лавки, те же мусорки. Те же... О, что-то ставят, смотри. Елка будет. Ага. Точно. Новенькая. О, телек, решеток не было на телеке. Убрали, да, полотно. Да, ребят, вот здесь будет елка. Ну вот, а там уже начали устанавливать. Елочка будет все-таки здесь. Ну, еще время есть сегодня, что 10 декабря, в принципе. Много где уже просто начали активно так все украшать, устанавливать эти елки. Кармашки заверни, Федя. Моет брусчатку. Федя, ты им вот здесь иди кидай. Куда ты пошел? Вот здесь им бросай. Они сейчас приплывут. И все плывут. И в воду теперь кидай. Алло.
Сейчас те все приплывут. Кидай скорее, это сейчас тебе поклюет ботинки. Кошка, и кошки, и утки все тут вместе. Лучше в воду заныкнуть. В воду кидай сейчас. Котик, ты наелся? Вкусно было? Мы дошли до центра, до самого. Остановка Ракушка. Сейчас здесь покажу. Такая вот здесь площадь, как автовокзал, что ли сказать. Отель Афон Резорт. Находится в самом-самом центре. Прям вот и море здесь. Здесь сразу остановка Ракушка, можно сказать, центральная. Видно, она Копийскую крепость. Мы там уже были. Кому интересно, посмотрите предыдущие видео, как мы туда шли, какая дорога, что там наверху. Напротив Ракушки сразу есть спуск к морю. Сколько нам камушков надо. Но давай мы сейчас не будем собирать. Не надо, не складывай. Палочек, ракушек, коряжек. Всего полно после шторма. Ой, прямо кучками. Смотри, вот еще кучка лежит. Ты не собирай, сейчас полные карманы будут у тебя. После шторма она выбрасывала здесь. С
Сегодня море, конечно, вообще шикарное просто. Ракушка. Не собирай их сейчас пока. Завтра будем ракушки собирать.